Всем здрасте! Сегодня я решила вам сделать видео, которое такого видеоплана я уже делала, что в моем почтовом ящике. Я получила за последние 2 дня 3 посылочки, которые я делала заказы с 3 похожих сайтов: iHerb, Vitacost и сайт, который называется, про который вам еще не рассказывала, eVitamins. Там можно купить очень интересные вещи, сейчас вы увидите, что я имею в виду. Я решила, что эти вещи я не буду как-то показывать их в покупках, может быть, делать на них обзоры, потому что эти вещи, которые, может быть, повторяются, я их часто уже покупаю, часто пользовалась, но все же показать вам, может быть, дать вам какие-то свои советики, маленькие типы, что, где, как, зачем, почему покупать. Поэтому расслабляемся и начинаем. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Мне пришло 3 посылки, 3 мои заказа, которые я делала, абсолютно маленькие заказы. Давайте начнем с самой маленькой посылочки, это будет у меня с iHerb. Я заказала 2 вещи с iHerb. С iHerb я больше всего люблю заказывать, хотя цены на iHerb не самые низкие, на Vitacost цены немножко пониже, но на Vitacost, например, почему-то многие тоники нельзя заказать, в Израиле не доставляют, понятия не имею почему. И на Vitacost доставка минимальная, она $11, когда она... На iHerb доставка минимальная, она иногда 4, иногда бывает даже у них скидки 2,5, но самая дорогая там, она выходит 7,5, ну 8, не больше. Поэтому иногда из-за доставки здесь намного дешевле заказывают, но на Vitacost, например, вещи намного дешевле. Не намного дешевле, на доллар могут быть дешевле. В общем, нужно смотреть, смотря что заказываем. Но все, например, тоники я всегда стараюсь заказывать с iHerb. В общем, заказала себе тоник Андалу. Коробка пришла почему-то вся вот такая вот некрасиво мокрая. Не знаю, что с ней произошло. А это тоник с... витамином С. У меня был такой серум. Серум мне не очень понравился, я его не очень советую. Но вот решила заказать тоник, потому что у меня сейчас другой такой тоник для сухой кожи, и он мне нравится. Он идет в такой вот пластиковой бутылочке, и он с распылителем. Я еще, конечно, это не пробовала. В общем, все идет, видите, вот с такими мягкими штуками, которые мы можем вытащить. И, кстати, расскажите мне, что это за подарок они кладут? Я не понимаю, что это. Это нож что? Это нож такой для писем. Я не понимаю, что это такое. Кто-то знает, что это такое. Я долго думала, девчонок спрашивала, никто со мной тоже не может понять, что это такое. Я не знаю, что это такое. В общем, даю такой подарочек. Хотя бы не прищепку. Иногда они дают прищепку. Самый лучший подарок, что они давали, это была ручка. Потому что у меня таких ручек 4, и я ими с удовольствием пользуюсь в разных там кошельках и такому подобное. В общем, не знаю, что это такое. Заказала себе вот такое вот мыло. Это мыло фирмы Nubian, которая делает черное мыло. Знаете, оно очень популярно на iHerb. У меня это с кокосом и папайей с ванильными beans. То есть с ванильными закреплениями, скажем так. Что я сказала? Что за слово? В общем, оно выглядит так. Пахнет фантастически. Я вообще это мыло заказала, чтобы мыть кисти. Кто-то из вас мне когда-то посоветовал мыть кисти такими кусковыми мылами, и вы мне посоветовали тогда мылом, которое воняет сапогами, как оно называется? Мыло такое коричневое, которое сделано из смолы, я не помню, как оно сейчас называется, у меня выбило, извините. В общем, и я решила заказать такое, которое пахнет лучше, потому что все-таки тот запах мне очень сложно его перенести. И этот пахнет, ну, просто фантастически, вот такое кусковое мыло, буду мыть им кисти, кисти им этим мылом, то есть кусковым мылом моются очень хорошо, очень вам вообще тоже советую попробовать. Это все, что я в этот раз заказала с iHerb, приступаем к Vitacost, а с iHerb у меня посылка в этот раз вышла, по-моему, $4, что это вполне нормально, даже по Израилю, по самой нашей стране иногда доставка чего-либо стоит дороже. Теперь давайте Vitacost. Vitacost, они запаковывают намного интереснее, чем... iHerb. В общем, тут приходит чек. В iHerb, кстати, чек не приходит. И что я заказала здесь? Значит, начнем первое. Я заказала чай. Чай, который называется Sweet Dreams. Пить его вечером. Он помесь ромашки и мяты. Успокаивающий, без кофеина. Хочу очень попробовать, потому что слышала очень хорошие отзывы. И он был абсолютно недорогой, поэтому решила заказать. Также заказала вот такой вот лосьон. Кстати, все они кладут в пакетики, и они iHerb. Помните, когда я вам рассказывала, что я начала пользоваться натуральной косметикой? Все мое знакомство с натуральной косметикой именно началось с того, что я перестала пользоваться химическим SPF-ом, то бишь оксибензоном. Я выкинула все средства, которые продают в Израиле. У нас обычно все доктор Фишер и тому подобное, кто живет в Израиле. Они все с этим оксибензоном, и я все средства, которые у меня были дома с этим ингредиентом, выкинула. И вот решила заказать себе такой лосьон, в котором он натуральный. В общем, ну, тут вообще написано, что это daily lotion, что это вообще как лосьон на день. Но я именно его покупала, если мы пойдем на море куда-то, тут SPF 15, чтобы он был такой нежирненький, приятненький. Я даже не знаю, как он это сам, давайте откроем. Пахнет кремом, не особо супер приятно, я бы сказала бы. Очень жидкая консистенция, хотя выглядит нет. И вот распределяется он немножко странно, но он впитывается.
То есть он не стандартный SPF, он именно как лосьон. Чувствуется, хорошо впитался, но пахнет не особо приятно, я бы сказала бы. Написано, что он здесь пахнет грейпфрукт и бергемот, но пахнет он просто каким-то мылом. Мылом, каким-то кремом. Да. Ну, в общем, я именно для купила для моря. Мы ездим на море в раз в пятилетку. Именно для моря его покупала, не для чего другого, не для дома. В общем, попробую, когда-нибудь, может быть, вам расскажу, а может быть и нет, поэтому и показываю эту посылку, может быть, никогда не дойду до рассказывать, как нам понравилось или нет. И здесь у меня последнее, что я заказала, третья вещь. Такие вот упаковочки, так они упаковывают обычные вещи, которые стеклянные, чтобы не разбились. Такая очень хорошая упаковка. Я заказала еще один тоник. В этом видео вы увидите много тоников. Это тоник от Acure. Вот таким вот кремом сейчас это Cure для глаз я пользуюсь. Я решила попробовать их тоник. Их тоник идет в стеклянной бутылочке. Он маленький. Он, знаете, с чем? Он с розой и с красным чаем. Я не знаю, что я себе думала, когда заказывала тоник с розой. Я не очень люблю тоники с розой и запахи. Но давайте я попрызгаю и посмотрим, если он пахнет розой. Просто на руку. Еще не прыскала, сейчас узнаем. Ну да, он не открыто такой запах розы, как вы себе представляете, но он пахнет далеким таким запахом розы. В общем, написано, что написано про этот тоник, что он для всех типов кожи. Он был на Vitacost дешевле, чем на iHerb, поэтому именно его я заказала с Vitacost. И как ни странно, его в стеклянной бутылке почему-то посылают. В общем, на Vitacost там фиг поймешь, как они это все посылают, но вот его посылают. И последняя коробка с нового сайта eVitamins, про который мне рассказала моя подружка Даша с Москвы. Я про этот сайт не знала, она сказала, что многие русские блогеры уже знают, упоминают о нем. Я ни у кого не видела, не знаю, ничего не слышала. Заказала себе несколько вещей, что-то, что мне нужно было, и что-то, что я заказала просто так, потому что мне захотелось попробовать, и меня понесло. В общем, первое, что я заказала, это тоник Tyres, огуречный тоник. Он был первый тоник, который я попробовала от Tyres, он мне очень тогда нравился. Я пробовала потом другие. Пробовала розовый, лимонный мне тоже нравился, но вот решила вернуться на лето к этому, и вот заказала здесь. И тут, та-да-да-дам, что на этом сайте продают, и что Габи очень хотела попробовать, косметику EOS. Бальзам для губ мне не нужен, потому что мне как раз Аня прислала с Америки несколько, я у нее попросила, и особо их я не очень люблю, и если вы заказываете себе эти EOS, я советую ментоловый. Почему-то ментоловый от всяких разных красных и фруктовых отличается, и у него другая консистенция, не такая, как не кашка, она такая более такая гладкая консистенция, вот. В общем, заказала себе такой шейвинг крем, то есть для ног, будем брить ноги, с лавандой и жасмином. Мне просто было безумно интересно попробовать, и это было очень дешево. Где чек? Где чек? Чек-то где? А тут не написано. Я не помню, сколько стоило, но что-то это было очень дешево. В общем, у них это вся косметика вообще дешевая, поэтому я решила попробовать. Вот такой заказала. Еще ничего не пробовала, ничего не знаю, и даже не знаю, если когда-то вам про это расскажу. Ну, в общем, такой помпе буду пробовать с удовольствием. И что я еще заказала? Я заказала 3 крема для рук. Hand lotion. Стоил по что-то по доллар с половиной. Тут есть 50 миль. В общем, я купила 3, по-моему, все 3 вида, что у них там было. Давайте откроем. Он такой маленький, мне было очень интересно попробовать, что такое маленький. Давайте, на какую руку я это наносила, на эту? Кстати, эта штука чувствуется немного липко. Нанесла его на руку, и это у нас... Давайте попробуем. Мне понравились упаковки, но они мимишные для сумочки. Ну что не скажите, ну мимишные. Ну прям не могу из-за доллар с половиной. Ну как не купить, скажите, как не купить? Ну, как не купить? Невозможно. Когда я вообще увидела все, что там есть от этого EOS, было невозможно не купить. Нужно было все и сразу. Но я себя остановила, потому что точно мне эти помадки, увлажнители для губ никаким образом не нужны. А вот крем для рук в таких маленьких количествах, он всегда полезен. Пахнет он приятно. Какой-то такой не особо понятный запах. Berry Blossom, не Berry Blossom, но пахнет приятно. Сейчас посмотрим, как он впитается, пока у него берет время впитаться. Вот я крема, который берет время впитаться, не особо люблю. Доставка там точно как на Vitacost. Минимальная, по-моему, стоит $11. Если вы там никогда не покупали, то там, как и на iHerb, вы можете воспользоваться моим кодом для того, чтобы получить $5 на любую, ну, на первый любой заказ с любой суммы. Код мой Габи Лайф, там можно делать код сам, какой хочешь. Тебе или дают код, или ты можешь его как хочешь, свой код делать. Быстренько вам скажу, прошло пару минут, я это самое жду, пока впитался. Он впитался. Он не такой, если кто из вас любит крем и лакситан, вот лакситан впитывается моментально, этому чуть-чуть берет времени, но в принципе впитывается, хотя он чувствуется на руках, да. Кто вот любит, чтобы не чувствовался крем на руках, это не из того варианта. Он чувствуется на руках, но он впитался. Ну что, это были вот такие вот мои маленькие покупочки с этих сайтов. Надеюсь, вам было интересно. Помните, пожалуйста, что вся информация, если вы хотите какие-то скидки, коды,
коды, наверное, да? Нет, коды. Не знаю, как правильно. А, все находится всегда в инфобоксе. Открывайте. Вы меня иногда спрашиваете разные вопросы. Не смотря в инфобокс, не забывайте открывать инфобокс и смотреть, что я там пишу, потому что я стараюсь всегда вам как много больше информации оставить внизу. Если у вас еще есть какие-то вопросы, то обязательно спрашивайте в комментариях. И если вам очень хочется продукцию iOS, потому что я знаю, что многим очень хочется попробовать эту продукцию, то обязательно заходите на сайт eVitamins, потому что цены классные, доставка быстрая, я действительно очень-очень советую. Ну а на сегодня все, мы увидимся очень скоро. Пока! Drink some margaritas by swinging blue lights.